Скайфур. Вип-капсула. Каморочка. Блять. Как-то здесь тесновато. Не похоже на вип. Обманули. Кушать хочет хоречек, кушать хочет, не дают покушать. Пустите, дайте пожрать. Кумарный барчик. Олень, генерал Тапкин. Генерал Тапкин, капитан этого леса. Ага. Так, я один шел. Да. И такая максимально упоротая морда. Просто для видоса. Туда-сюда. Милота. Кайф. Съемка скрытой камерой. Палево такое. Эрик, злобно повернись в камеру. Разозлись, злобно. Я настраиваю фури. Батя в здании. Ты уж на здании. Бедная плюшка на морозе. Блин, одна одинокая. А вот эту тоже. Может быть, взять все-таки куртку тоже вы. Конечно, составь компанию, то смотри, бедная Валик. Один грустит там со снегоуборщиком. Даже не потискаться с ним. Увы. Очень вовремя. Мы как раз закончили. Что такое, Тайки? Очень трудный путь плюшек по зимнему снегу. Рардикс, ты сможешь! Мы верим в тебя. Бля! Оператор грохнулся! Жесть! А! Жопа, холодно! Да видео там! Гладь его, гладь! По
голове погладь. Да не так! Нежнее! Нежнее надо! Подготовка к вечернему ивенту. А на кого играете? На тебя. Не надо. Пришел дальше. Пришел иду дальше андроидом. Иду. Вот можно исследовать комнату здесь. Я иду На поверхности камня всегда минус 212 градусов. Вообще, которые всегда меняют свою структуру и могут не путем путешественников заставить открутиться, сегодня на теплее минус 40. Не рекомендую заходить без специального оборудования, если вы хотите стать питанием этой планеты. Дальше идем планета Санктум. На Санктуме сегодня будет восхождение классной Луны. А солнечный свет от ближайшей планеты будет отражать солнце. 7000 раз. А? 7000. Если никто ее сегодня не купит, я заберу ее бесплатно. И вам будет стыдно, что ты ее хочешь. Ты хочешь купить? А вот и не заберешь. Итак, одну секундочку. А последний на сегодня лот – это, собственно, баннер фестиваля Skyfur висит ровно за вами. Автор Кет Лайнер. Материал винил, стартовая цена 9000 рублей. Этот баннер вы сможете забрать с собой. Вот он висит здоровый. Он... 9000 рублей стартовая цена.